Всем привет, ребят, с вами Макс Рублокрафт, и сегодня я буду играть в Jailbreak. Да. Я в Jailbreak уже играл, поэтому знаю, что тут нужно делать. Как там из тюрьмы, например, сбежать. Мне больше всего нравится за преступника играть. За преступника круто играть. Опа, побежали. Так, так, так. Скорее бы уже выбраться. О, кстати, игроки начали показываться. А до этого у меня только это вот эти вот точки, которые можно было грабить. А сейчас еще и вот это вот начали показывать. Так. Значит. Едем с ветерком. Вау, и теперь дрифтим. Так, значит. Нужно взять оружие, да. Я как бы еще не настолько это гуру, чтобы без оружия. Так, значит. Так, значит, закупаю себе. Опа, опа. Так, давайте пистолет. Значит, целиться. Как тяжело-то. Пум. На тебе. О, граната. Фиговая граната какая-то. С4. Тоже фигня. Неработающий С4. Пум-пум-пум. Единственное, что работает, так это пистолет. Кстати, есть вот секретное место одно, я знаю про него. Надо туда съездить. Да, ребят, вы, кстати, возможно, даже не знали о этом месте. Ух. Так, значит. Мне нужно вот сюда. Угу. Так, значит. Вот тут такая Ламборгини вроде. Но мы ее не можем брать. Да, ребят, представляете? Вот тут типа такое логово-убежище. Преступников. 4-й левел. Так. Коллектор какой-то. Вот, тачку можно, кстати, взять. Так, значит. Да, блин, давай. Туда. О, блин, это очень тяжело так управлять. Опа, аккуратненько. Блин, давай. Все, выезжаем отсюда. Ха, легко. Во, погнали. Во. Опа. Да, это, кстати, я просто тут пока поезжу, погоняю. Кстати, надо в город съездить. Пожар?
Блин, давай. Уезжай отсюда. Вот только сейчас не говори, что ты застрял. Так, я понял. Вот так-то лучше. А то еще говоришь, что застрял. 5 секунд осталось. Давай. Опа. Становимся ползком. Давай, поползли. Так, куда-то туда. Какое радио? Вы совсем, что ли? Блин, как сюда пройти-то? Так, значит... Давай-давай, значит, сюда... Сейф. Что, да деньги, что ли, можно выносить? Так. Оба тут, я знаю, прикольная штука. Пау-пау-пау. Пип-пип-пип-пип. Давай-давай. Оп-оп. Я подпрыгиваю уже на высоту своего. Опа. А вот это уже серьезная заявочка такая. Как туда пробраться-то? Вот блин. Вертолет можно украсть, наверное. Это, наверное, вряд ли будет работать, но можно попробовать. Да, можно попробовать. Так, значит. Угу. Значит, сюда. Вертолет, вертолет, вертолет. Как там залазить? Вернее, я откуда? Да, блин, я вижу, что там есть лестница, но ее тут нет. Да, блин. Уибы. Прикольно. Да, вместо того, чтобы вот... Да, вместо того, чтобы туда как-то идти далеко, я могу... Оп! И пролез. И все. Оп! Драйвер. Погнали. Надо свет включить. Я буду хардкорщиком. Я играю, блин, без оружия. Я хардкорщик. Угу, значит, я сейчас еду в город. Опа. Да, ребят, повторяюсь еще раз. Вот крутой ютубер... Он, короче, очень крутой. Я его практически все ролики посмотрел. Вот. Короче. Так, 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 так. Сейчас ограбим заправку, да. Я буду грабить заправку. Так, давай, давай, быстрее грабься. $750, но мне почему-то дает $500.